Всем привет! Это продолжение моего FIFA сериала, в котором я играю за Китай в Sid Meier's Civilization 6 с No Quit модом. Если вы смотрите его не сначала, то пожалуйста, перейдите к первой серии, там все объясняется, да и вообще смотреть сначала лучше всего, ссылка появилась в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Чем дальше от центра города, тем оно будет меньше Американец, а что у тебя на обмене вообще? Кофе, цитрусы, что-то еще? Табачок, может быть? Лисички? Нет? Пока ничего нет. Грустно. О, там Леша и Петру будет строить. Да. Ну, если кто-то не построит быстрее. А кто-то уже строит? Я... Да, уже рашат. Мне 3 хода осталось. Русскому 3 хода? А где ты строишь? В Питере, что ли? Нет, в Питере у тебя ж нету. Знаменитая Архангельская Петра. Челябинск назови. Челябинская Петра. Надо древние стены еще будет в Гуанчжоу построить. Ну, путь закончился. Перекину в Гуанчжоу, чтобы дорога была. Блин, ну и что я тут завершил строить? Слушай, а как ты теперь хочешь дотянуться до этих цитрусовых на озере? Я же город такой буду ставить на озере. Через 3 хода. А, под горой, что ли? Да. Mm-hmm. Вариантов других нету. Будет компактно, но... Но надо. Просто кто-то хотел мне цитрусы отдать. Не помнишь такого? Плюс одно производство. Наверное, надо ставить
Пожалуйста. Строителей спасибо. Пока достаточно. Буду знать, к кому обращаться. Тем более, что строится... Всегда пожалуйста. Хотя, давайте, наверное, плюс 15 производство чудес. Уменьшает стоимости тут. Пока все норм. Мускат, Архангельск. Ну, Буэнос-Айрес, видите, принял религию русского почему-то. 6-6-2. Не, Арчи, не буду. Ученичество. Ой, это Эврика. Ага, вот ускорил. Теперь древние стены надо еще построить. А, я знаете, почему, наверное, впереди по культуре и этому? Потому что у меня же ускорение дают на 60% больше. Ну, не 50%, а 60%. Может верно. Быть, из-за этого, да. Так оно и есть. Ну, блин, взял и разрушил. Подстава. То есть строишь и здесь сразу разрушает. Видимо, сначала стены строить, а потом... Так. Дзынь-дзынь. Арчи, походи, пожалуйста. Зря я тут лес вырубил. Не, ну хотя не рядом с рекой можно вырубать, просто тут было сейчас... Ну, надо было 3 производства пока оставить. А что, теперь информация о городе не отображается, что ли? Там какой-то баг. Она иногда отображается, иногда нет.
Я его сейчас нажал, у меня отображается. Пойду сюда. Ну, тут не рекомендуют, потому что на реке, но откровенно нету особых ресурсов. Тут я поставлю, ну, чтобы не было лишней тундры. Так-то я достану до жемчуга. Ой, тут забыл про скаута. Да, блин. Сандра, ты мне можешь занять денежку? Пока не могу, мне надо здание купить и клетку. Сто пятьдесят два, 132. В том-то дело, что немало. Это тоже здание. Ну ладно. Ладно, пока так оставим. А как это так? Город поставился и сразу забрал кофе во втором радиусе. Почему? Поставил город и сразу забрал кофе во втором радиусе. Почему? Он его очень хотел, видимо. А я не знаю, как так. Это хорошее объяснение, но все-таки. А что, купить его нельзя, что ли? Клетка сама автоматически присоединилась в городе. Вторым радиусом. А ты веришь, автоматически они вон купил ее? Но он только что ее поставил. Только что поставил город вторым радиусом. Ты, подожди, ты поставил, и у тебя так сразу забралось? Да, да. Я ж как бы и говорю. Как-то странно. Такого никогда не было. Я с таким впервые сталкиваюсь.
бразилец, а ты долго будешь там в разведом стоять? Не то чтобы он мне сильно мешал, но он напрягает. Спасибо. Зрение математика, которое я уже открыл. Очень интересно. Нафиг надо. А что там у этих... Что за уникальные юниты? Воин Орел. Место воина. 28 мощь. А у воина 20. Ну, круто. О, а вот и Испания. Все, я всех встретил. Наконец-то, да. Тут холм, холм. Ну, я, видите, даже никого не подговариваю, типа, нападать там на ацтека, короче, просто хочу повоевать. Ну, офигли, блин, тут шестая цель просто, она постоянно в развитии. Ну и смысл. Давайте повоюем. Так. Сто восемьдесят, 141. Да, можно поменять плюс 6 к обороноспособности города и плюс 5 к дальнобойной атаке. Вот так. Нет, не кавалерии. Блин. К обычным минимум. Просто кавалерию я пока не могу строить. И плюс 6. Вот так.
плюс 15 к чудесам, пускай пока так и будет. А что у меня за феодализм? Нет, давайте госслужбу. Что у меня дает мое правительство? А, чудеса света и продукция вообще в столице. В принципе, любая. Ну, просто имейте в виду, что мы с ацтеком воюем, поэтому есть небольшие задержки с ходом. За что вы воюете? Нормально. А что вы воюете? За того посела. За того посела все еще, да? Ацтек просто тут пришел армией. А замириться и дальше играть нет? Да пускай воюют. Почему не повоевать, в принципе? Да, эврики подкрываешь китайцу хорошо. Да. Блин, ну вот эта дурацкая система. Вот он стоит юнитом на моем разграбленном районе. И я его даже никак отремонтировать не могу, он его сразу грабит обратно. Да. Но район-то военный, то есть он, по идее, его должно выбрасывать оттуда, я чтобы мог его обстреливать. Нет. А он стену разрушил, которая в нем была? Понимаешь, в чем дело? Был сначала построен район, потом стена. Что-то я не понял. А почему я не хожу? Стоп, подожди. Один момент. Во-первых, я не хожу. У меня написано ожидание игрока. Нажми левой кнопкой. Все, да. Ты пропустил его случайно, просто нажал. Следующий. Главное — раться-бораться. Меточки. Ну, ацтек, слушай, ну ты же теряешь юниты, действительно. Может, все-таки замиримся? Давай. О, красавчики. Просто есть же территория, нужно же развиваться. Зачем? Ну а чё не повоевать? Просто такая эта цила игра на развитие, откровенно. Не-не, тут мы вчера, у нас была военная партия вообще от начала до конца. И было весело. Просто утомило уже потом всех воевать. Ну, это было с победами, с поражениями, все как надо. Лучше, Бразилия, я вот что-то подумал. А вот тебе это озеро ж не нужно? Я одну клетку возьму, могу оттуда взять? Вот верхнюю левую. Второй радиус мой? Да. Только одну клетку. А вот цитрусы тебе, как мы договаривались. Так я тебе их уже отдал, как бы ты сейчас хочешь. Да. Поэтому я говорю, что все как по договоренности. Это вообще надо. Там можно что-то построить. Не хочу называть. Ну, я, собственно говоря, поэтому и хотел бы ее приобрести. Именно поэтому уже и... Не хочу называть, да. Ну ладно, тогда не приобретаем, не боремся за нее, да? Просто, ну, как есть, хорошо. Так есть. Я ничего не выкупаю. У меня автоматически апельсин забирает, самое интересное. Шарит, что забирает. В первый раз. Потому что у меня, блин... Кордобе почему-то начал забирать в первую очередь гор. Вот все горы забрал. Ну, горы это ты что? Я главное понимаю, горы. Это, конечно, да. Ферм. Что дырем это 10 довести город. Да, но сейчас вот у меня что-то левое надо менять. Даже в наше время ты без гор. А
Ацтек взял озарение для математики. Петр, 25 ходов, блин. Тут надо бы рабочими, конечно, что-то поделать. Вот тут, кстати, можно город поставить. Не вот так, к русскому, а вот тут. Мобильное приложение 2GIS – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях «Навигация и путешествия» в магазинах всех мобильных платформ. Так что я рад, что это видео выходит при поддержке 2GIS, ну а вам пора на сайт 2GIS.ru и скачивайте приложение под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Так, тут все исследовано, ну вот эту еще часть не исследовали. Эйяфьядлая кудль. Ну и чё? Шикарное чудо. Да. Жрачки дает, я смотрю. Немерено. Единственное, что она всегда в тундре, но это пофигу уже, по-моему. Так, кого атакуют? Ага, этого скаута. Сандра, ты не помнишь, тут на холмах можно строить, когда феодализм вышел в фермы? Феодализм, да. Да. Ну да, тут одна клетка, Лёша, у меня 5 еды, 2 производства. Но не забывай, это только грасланд и, ну, короче, зеленая и желтая, ну, территория. Надо менять. Ты никак не скажешь. Равнина и луга, да. Равнина и луга. Слушай, у меня, в принципе, деньги-то есть, может не ждать. Надо менять на античную республику. А, ну и пойма. Разве что. Я понимаю, что бонус к чудесам света, но я их и так строю. Так, а сколько там до пирамид осталось? Потому что эти медленно делают 2 хода. И тут 2 хода. Знаете что, давайте мы 2 хода потерпим. Уже 11,7. Печать, у меня клетка, куда я планировал поставить акведук, там железо оказалось. 42 уже у русского. Но я напоминаю, так, тут так. В моде здания дают процент. Так, а когда у меня великий ученый может появиться? Да. Ну вот я впереди, я еще плюс сейчас оракул построю, то есть я, ну у него 7,1, у меня 4, блин. Бонус к исцелению для юнитов игрока в данной соседней клетках. Какие-то дебильные ученые. Ну возьму, блин, что сделать? Возьму. Так, здесь, во-первых, надо апостола. Во-вторых, дом собраний. Апостол мне укрепит, а дом собраний производство даст. Ну еще они там счастье дают, я так понимаю. Так, теперь можно в Пекине... Ну, промышленную зону надо все они, конечно, строить. Хотя... Ладно, давайте-ка строителя
Так, пройдемся по городам, что они обрабатывают. Ну, этот правильно, в принципе, обрабатывает. Хотя лимит жилья уже есть. Чудо. Раковые пирамиды. Я же китаюсь. Да. Там ничего не треснуло в этот ход. Только слиплось. Ясно. Как-то слишком. Бедный ацтек. Он так строил пирамиды усиленно. Не так усиленно. В принципе, если русский возьмет этого ученого, я не против. Мне кажется, что он его пропустит. Почему-то мне такое ощущение. Блин, я же переставил тело. Почему оно? Не поменялось. Укрепляю религию. Так, что взять? Каждый театр и святое место веры и культуры не хочу. Типичный бонус от городов государств, следующий вашей религии, 50%. Ну, не знаю. Плюс 2 золота за каждых 4 верующих. Плюс 2 к вере от каждого города другой цивилизации. Плюс 2 культуры за каждых 5 защитник веры. Религия дальше распространяется. Стоимость миссионеров и апостолов дешевле. Религиозные юниты игнорируют... Так, писание и монашество. Ну, либо церковную десятину надо брать... Либо всемирную церковь. Вся стоимость миссионеров и апостолов дешевле. Тоже неплохо. Давайте вот ее возьмем. Кстати, кто-нибудь еще укрепил? Ага, русский укрепил. Он взял пагоды. Ацтек не укреплял. Можно миссионера купить, древние стены. Но это у меня какой-то город засоюзился. Канди, наверное. Какой-то город-государство дает мне эту возможность в центре покупать. Нет. Слушайте, это интересно, глюк или это какие-то изменения в моде? У меня вот в центре города я теперь могу за веру покупать... Здание. Ты же религию такую взял. Да, это же религия у тебя. ГГшка военная у тебя есть, Леша, которая балета? А, все, я просто искал среди этих, среди религиозных ГГшек. Не, балеты балет. Я думаю, блин, странно, ни одна религиозная, не это. Да, точно валета. Военный лагерь, да. Готов нефрит поменять. На что? Ну, на то, что у меня нету, не знаю на что. Я просто не помню, с чем мы с тобой менялись. Ты, по-моему, шоколад. Так посмотри в этих. Ну вот, цитрусовые, да, могу поменять на цитрусовые. Отлично. Так, давайте-ка мы в Пекине... Что там, защитник веры и крестовый поход не берем, да? Да. Да.
Надо сианю расти. Четыре, два. Вот так, три, два. Так, а в Пекине? В Пекине. Я мог храм Махабодхи построить. Так, значит, промышленная зона вот тут неплохо. Но надо вырубить. Так, давайте сначала поселенца начнем тогда. Сюда вырублю лес и начну потом промышленную зону. Что ты там у меня цикл еще Буэнос-Айрес отбираешь? В смысле отбираю? Мне кажется, это ты его у меня отбираешь. Давай я не буду у тебя поленки лучше трогать, а Буэнос-Айрес... Ну или давай как-то разберемся, чей поленки, чей Буэнос-Айрес. Давай твой поленки. Мой Буэнос. Бонусные ресурсы действуют как редкие, да? Да. А ты... Снесите его вообще, этот город. Снесите, тот и другой. Короче, Буэнос-Айрес я, видимо, захвачу тогда. Ну тогда я не трогаю поленки. Поленки перед висящими садами тоже это перебор. А вот у Ацтека строители улучшают районы. Я не могу понять, по какому принципу. Что-то как-то... Так же, как у Китая. Ну да, 20%, но что-то как-то... Он 20% от оставшихся или от общего числа? От общего. Точно, я же могу рабочими улучшать чудеса, блин. Ну там один раз, там можно несколько раз. Отлично. Ну да, было что-то 9 ходов, изначально надо убрал 3, а сейчас осталось 3 хода, Петру. Нажал, осталось 2 хода. Ну как-то нелогично. Нет? Если бы ребята знали, что я, этим не занимаюсь, они бы чудеса строили. 20% это ты за 3 раза, что ли, или сколько там? А, то есть это не за одно? Нет, да нет, одно потрачено один. Разберешься, расскажешь. 20 полный, странно. Ну посмотри просто, сколько у тебя было из этого. Ну, да, сейчас. Прям да, на этом. Да. В меню строительства. Ну, видимо, не ускорю я уже великий. Не, взял, смотрите. Русский взял того. А вот, вот это классный ученый. Так, тут строится производство. Машиностроение я еще не открыл. Так, есть благовоние на обмен.
О, могу поменять наконец. Давайте на античную республику. Мне военные не требуются, ничего. Так, плюс 2 влияния. Плюс 2 очка великих ученых. И бонусы от соседства кампуса плюс 100%. Да, да. Ну, 5 науки добавилось. Так, и открою, наверное, божественное право. Так, здесь я построил мельницу, один ход. Давайте строителя. Что говорит демография? Ну вот уже и русские по производству, и по населению, и по науке на первом месте. Ну он давно там. А с Испанией что? Ну кто-то должен быть. Да, вы так трагично это заявляете, я там чуть-чуть вырвался. Все. А что с Испанией? А, кстати, мы заметили одну вещь очень интересную еще предыдущую партию, что если в начале тебя кто-то как-либо затормозил, то потом хрен ты вырвешься. Да ладно, можно. Ты, ну, помнишь Китай, на Китай не вырвался вообще никак. Старался, старался и все. А кто испанца затормозил? Варвары. Так просто. 5 лошадок на столицу. Я не знаю, просто это или не просто, но это немало. Буэнос-Айрес хочет торговый путь. Не, я лучше из Чэнду в Дяодун проложу. Да, на самом деле не так уж сильно отстаю. Чуть-чуть ниже среднего. Вот и я о том же. А, композитов добавили. Какое-то чудеса, как клепал, так и клепает. Ну, я надеюсь, вы там поможете понять человеку, что время прошло клепать чудеса. Ну, я вообще-то воевал и клепал чудеса, и как-то норм. Ну, вот, видите, как сильно развится. Еще и воевал, и клепал чудеса. Да. Ну, вы можете посмотреть, что я первый по силе армии на данный момент. Видите, он вам еще и угрожает. Еще и угрожает, да. Вы все умрете. Вот оно, истинное лицо, я так и знал. И китайцы, они все такие. Не-не, я не такой. Ты именно такой. Так, надо апнуть в композиты. Да, норм ускоряет. Чудо прям шикарное на севере. Дает один уровень военным кораблям.
А где там копейщики? Я бы еще апнул своих пикинеров. Интересно, почему им нельзя вот, когда строителям ставишь лесопилку на реке, типа там пишет плюс один, а на самом деле оно плюс два дает. А, вот, что это сложно тактика. Было добавить такую напоминание? Не, ну, лесопилка сама по себе дает один, а то, что из-за того, что на реке, сама лесопилка дает плюс один. То есть ты строишь лесопилку, которая дает только одно производство. Я просто там сложно написать плюс два, вот именно когда это условие соблюдается. Трех лучников ну, надо создать. Ты ж видишь все сам. Ну, когда ты ставишь шахту вот какой-то там эре, тебе ж не пишется, что там плюс три. Правильно. А было бы неплохо. О, ну. Ходим, ходим. Или уже все, они уже не все. 60-й. Вот. А, уже можно тормозить, да? Уже можно. Тормозить и тупить. Мы до этого не особо. Если уж честно. Правда жизни. Да. И так тупил. Чёрт. Не знаю, у меня война была. У меня тоже. С варварами. Давайте я поменяю, дострою поселенца побыстрее, а не пойду город только ставить. Ресурс даст. Чарка. Чё там острова как? Красивые, нет? Я не знаю, пока что до них не плавал. Скоро буду. Сколько там универ-то стоит купить? 225. Надеюсь, по крайней мере, на этом. Но этот ученый мой. Я его могу сразу, в принципе, в Гуанчжоу везти. Отлично. Все, тут можно больше не ускорять, как я понимаю. Блин, тут бы, конечно, гавань построить. Где гавань? А, две галеры. Давайте, может, тут галеру лучше. А я ее не открыл еще нифига. Не, во галера. Так, и мне бы еще лучника. Может, лучника просто купить? Слушайте, а вот ускорение арбалетов написано «создайте трех лучников», да? А если я уже композитов открыл, они будут считаться как лучники, нет? Нет. Нет. В этом есть маленький нюанс, да. Вот поэтому нужно было сначала то открывать, апать и потом... Ну, что поделать. Уже... Да, да, это... мы это проходили просто. Мы это проходили. До этого композиты были вообще... Где они там были-то? Почти в самом начале. А, в математике они были до этого. Ну, короче, мы забыли тебе об этом. Ну, видимо, это касается и этого Улана тоже. Кто там апается в Улана? Копейщики? Ул, да, копейщики. Копейщики, да. То есть, если я выйду в Уланов, то то, что там требует... Не, наверное, пикинёров вы имели в виду. Ну, я не помню, там что те... А, еще длинномечник появился, тоже новый юнит, да? Да. Да.
Так, могу на монархию заменить. Но, в принципе, не надо. Давайте феодализм. Здесь что новое? Плюс 50 к производству юнитов кавалерии. Ну, мне это не надо. Плюс 15 производство представительств чудес света. В принципе, я могу уже убирать плюс. Давайте бонусы для священного места. Все, тут один ход осталось. Так, тут я храм достроил. Нет, я куплю лучше универ. Тут давайте центр коммерции. Во, плюс 3. Пока тут постоят, я открою машиностроение, апну их. Так. Куда поставить город? Ну, сюда можно, в принципе, тут Буэнос-Айрес рядом будет. Вот сюда. Так, что Пекин обрабатывает. Тут надо ферму, наверное. Петр, долго как-то. Ну, я посмотрел, что ее никто не строит. Так понимаю, что вы все вообще боитесь чудеса строить. Так что мне спешить-то? Не то, что боимся, просто... ну, для Петра, ну, лично у меня нет места. У кого там еще нет места? Ну, и у меня не особо прям такое крутое место, чтобы я спешил с Петрой. Ну, построил и хорошо. Джаодонг, да? Вот там. Дзяодун. Окей. У меня просто на английском так как-то вообще. Джаодонг. Ну хрен с ним. Это там? Да. Да, это там. Сколько там холмов? 6? 4. Нет, вру, 6, да. 6. Нормально. Вполне себе. Так, никого не появился на торг благовония? Мои. Блин, надо тут рабочего. Печалька, что? Сколько он ходов строится? 2.
Взял, блин, и не использовал главную фишку Китая — ускорение чудес. А люди так были уверены, что я буду им пользоваться, что... побоялись строить чудеса. Хороший ученый бежит вот в этот кампус. Один же ход до строительства галеры. Нет, два хода. Отложим пока. Давайте-ка будем исследовать индустриализацию. А, для этого судостроение тоже нужно. Тогда военную тактику. Мне надо пикинеров апнуть. И идти захватывать Буэнос-Айрес. Пока пускай тут постоит. Я забыл прошлым ходом универ купить. Это я зря. А ГНП, вот эта демография, это что такое? Золото. А. Точнее, доход. Золото. Ну, это ацтек караваны пустил к соседям. Да вроде у него мало караванов. Ну, а дают много. Я, да. У него ресурсы такие тоже, которые золото дают. Хлопок, сахар, табак. Надо рис обработать тут. Перехода до военной тактики. Ну, подождем. Стеки в средневековье. Петра. Пирамиды, оракул. Все мое. Еще апостола. Ну, пожалуй, пока нет. Пока вот укрепляю. Что там у ребят? Русские уже полностью все. Ацтек вообще ничего пока. 8 городов русского, в 7 у меня. Ой, это я его купить хотел. Так. А, мне еще таран, кстати, нужен. Для того, чтобы Буэнос-Айрес брать. Сколько он стоит купить? Точнее, осадная башня даже, а не таран. Здесь, наверное, купим.
Садную башню в Пекине. Или построим вот после мастерской. Тоже два хода. Тут еще три хода до апа. Как раз по времени получится то, что надо. Слушай, Бразилия. Да. У нас тут рядом с тобой очень наглый сосед, который тихушник. Ух ты. А зачем так? Ух ты, тихушник, круто, е-е-е. Мы с ним что-нибудь будем делать? Я больше не буду тебя. Конечно, больше дальше некуда уже. Там столица моя рядом. Вот, ускорили. Я молчу, что до твоей столицы там вот клеток это ускорили. 25, наверное, не меньше. Ну, 50, по-моему. Я могу только один совет дать. О, откройте феодализм. Я как раз его... исследую три хода. Давайте, наверное, поможешь, не в этом. Сделаем вот так. Так. И вот так. Чтобы еще лошадь апнуть. Ну, а с риса вы болото убираете или тоже ставите чисто ферму? Я сразу ставлю. Так, ждем открытия военной тактики. Класс. Ну, походу... Просто, как по мне, это трата рабочих. Особенно на еду. Если еще лес я могу срубить и поставить туда район, то на жратву тратить такое. На миссионера. Ну, я бы где-нибудь... Я бы, наверное, в Диадуне построил... театральный район. Потому что тут два чуда, ну... Так, какие мысли по поводу обработки Петра холмов? Как в пятерке? Можно. Как в пятерке? Видите, тут плюс два, но я на Петра холмах не хочу ставить, естественно. Тут плюс один можно. Театральную площадь забубенить. Какая-то музыка играет, такое ощущение, как будто апокалиптика. Ну, в этом, в ЦИВе. Видимо, скоро казахи. Там быстрее тигры будут. Хотя толку с ними нападать. Да, они такие.
Вот, плюс 3. Давайте, наверное, к строителю. Вот так. Не, ну русский вырубим. По производству вообще вырвался. Ну да, так он, походу, ну, судя по очкам великого инженера. Ну, я к тому, что я второй, я отстаю почти на 50 промп. Но у него, как минимум, судя по всему, как минимум 3 уже этих района на производство. А как максимум? 16. 16. 15 откуда? Читер. Ну, я ж по максимуму должен брать. А-а-а. Ну, стоит уже 6, плюс на этом ходу мог еще построить. Я вам открою секрет. Можете навести, вот, в общем, зайти там в эти, предложить сделку и посмотреть, где на города. И там пишут все районы, какие есть в каком городе. Там все написано. И население, и... Я тебя заслушался. Значит, заключить сделку. И наводишь туда... вот город, какой у меня есть, ну, кроме стольни. И там пишет, какой район, какое население. Только нету столицы. О, ну, я, кстати, этого не знал. Я тоже этого не знал. Ну вот, как минимум три. Вот. То есть, я думаю, что и столицы тоже. 4, значит, промышленных зоны. Вот вам и производство. Там 4 и в столице 5. Видишь, что-то новое открыл. Да я не знаю, как все об этом. Не обращали внимания. Поясни еще раз, ты понял. Как это нужно сделать? Слушай, ну если люди не видят, как включить значки на карте, вообще самый популярный вопрос Эва, то как они могут вот увидеть, куда куда-то зайти? Кровь. Если бы. Поясни еще раз, пожалуйста. Я не понял. Ну вот заходишь, предложить сделку. Там можешь обменяться городами, типа. И смотри, ну, наводишь на город, и там пишет район и житель. Да, все, понял, спасибо. А, стоп, я ресторан хотел в Пекине как раз. Постой-ка я здесь подожду, что будет происходить. Этого, да. Ты открыл для меня что-то новое. Мы познали дзен, Арчи. Да, почему-то раньше не обращал на это внимание. Да-да. Феодализм, стремя ускорено, судостроение исследовано. Давайте хорошо мы не будем. Стремя исследуем. Два хода. Так,
Тихоокеанские... Тихоокеан 6 золота. Ну, почему нет? Там и производство, и наука. Так, что дальше? Наемники. Что дает? Мародерство, скидка на улучшение. О, плюс одна культура и наука от торговых путей в другие здания. Это норм. Здесь. Может, храм Махабодхи построить? Лишний апостол. Да, ну смотрите, тут два места, надо сначала вырубить лес, поэтому строителей. Четыре, пять. Черт, что-то уже 3 минуты мне не хватает. Надо собраться. Так, так, тут все правильно. Вырубили и молоко обработаем. Тут рис обработали, что обрабатывает город. 4-2. А если так, ничего не меняется. А, значит, правильно. Так и так. Тут этот холм можно обработать. Сейчас вырубим лес. В принципе, Великая библиотека. Нет, не хочу. Давайте юнит какой-нибудь. Давайте крадущегося тигра еще одного. Что у нас тут по великим людям? Я опять первый. 7,1, 15, ни хрена себе. Так, давайте еще одного строителя. Следующим ходом апнем. Тут дебил мне мешает. Так, давайте еще на автомат поставлю. Пускай уже скаут сам бегает. О, еще одно чудо. О, тут за нахождение чудес... А, это чудо, которое дает повышение, да?
Разведчику, в смысле? Нет, вообще, юниту. Не вообще, морскому юниту. Морские боевые юниты, оказавшись на соседних клетках, повышают повышение. Да, что-то я уже с 3 минуты не успеваю. Бомба, это самое отстойное чудо. Нормальное чудо. Да чего с него хорошего? Плюс один к перемещению. Давайте я этого поставлю на автомат. Русский, давай жить миром. Я воевать не собираюсь. Так. Может купить тут амбар и водяную мельницу, раз есть такая возможность. О, чтобы быстрее город торос этот с Петрой. Испанец стоит только потому, что у нее еды нигде нету. Одни равнины. Так, вот теперь храм Махабодхи можно... Блин, он должен быть на лесе? Вот же ж. Ладно, тогда храм Софии. Есть варианты, так сказать. Так, вот тут. Сделаем так. Что-то я могу больше торговых путей содержать, интересно. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а на этом пока все, продолжение завтра. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится и о нем узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.